Доброго дня, я вітаю всіх глядачів програми «Я тут живу» і запрошую разом зі мною перегорнути сторінки цієї програми. Наближаються новорічні різдвяні свята, і перший з них – Святого Миколая, 19 грудня вже запанує на нашій землі. Свята ці – це такий час, коли ми віримо у диво, віримо у казку, віримо у те, що все буде добре. І, звичайно, у цій справі нам не обійтися без оберігів. Просто надзвичайна виставка оберігів, жіночих берегінь відкрилася напередодні у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї комплексі «Старофлотські казарми». На вернісажі побували і ми. Жіночі обереги, традиція та сучасність. Виставку під такою назвою розпочав новорічно-різдвяний цикл Миколаївський обласний краєзнавчий музей комплекс «Старофлотські казарми». Чотири миколаївські майстрині подарували свою непересічну творчість глядачам. Лялька Мотанка опинилася в центрі уваги чотирьох миколаївських майстринь – Інни Кушніренко, Ольги Дробишевої, Інни Черкесової та Ради Вронської. У кожної з них погляд на давній оберіг – свій, авторський. Тим вони і цікаві – всі разом, в спільній експозиції і кожна окремо. Объединяет в гармонию общее наше мировосприятие и понимание того, что в этом мире роль женщины настолько высока, настолько значима. К сожалению, мускулинная культура как-то стала подавлять это значение. А вот я всегда говорю, что нужно читать вечные книги. В Библии что написано? Что Бог сотворил последним кого? Еву, женщину. Больше он ничего не творил. Дальше пошла история. Но его последнее творение самое совершенное, самое прекрасное. Он вложил туда поющую душу. Он вложил энергию оберега. То есть женщина-берегиня. И вот, наверное, именно это нас и таких разных и объединяет. Когда одна выставка, да, когда одна коллекция, буду даже говорить, это совсем по-другому. Но когда в этом зале они начинают звучать в таком объеме, это здесь и древних, начиная от древних времен и до моих последних модниц, понимаете, это именно коллекция, огромная коллекция, которая звучит мощно, сильно, вот в три голоса. Інна Кушніренко представила свій живопис і ляльок, які розповідають про коловорот природи і про давні традиції. Взяла за основу именно 20 числа декабря. Это начало солнцеворота. И провела через всю выставку это. Времена года через народные праздники. Это Рождество, когда рождается Коляда. Это маленькое солнышко. Вот оно растет до 22 марта и превращается в горилла, юношу красивого. И вот растет этот красивый, прекрасный юноша и превращается в купало. Это огромнейшее солнце, которое дает плоды уже, обогревает всех, жаркое. Коляда проходит. Во время Коляды это такие праздники. Это Троица, это Три Спаса. И кончается этот период 22 сентября, летних праздников. И по старым обычаям наступает как бы тьма. Солнца мало. И вот уже придя в христианство, была ввезена сюда покрова Богородица, которая своим амофором покрыла все темные силы и нас как бы вывела в светлое, красивое и свободную, нам дала жизнь такую радостную, что мы дожидаемся опять 22 декабря, опять приходим к Николаю и начинается все сначала и сначала. Майстрині визнають, захоплення ляльками – не справа життя. Кожна з них за Мотанку взялась не так давно. Інна Кушніренко показала свій живопис, Ольга Дробишева – батік, Інна Черкесова – гобелени і графіку. Але саме ляльки Мотанки процес їх виготовлення захоплюють надзвичайно. Это цепная реакция. Стоит только сделать одну куколку, как уже думаешь, еще вот такую надо сделать, а еще такую. И получается, захотелось мне сделать группу
девочек на бульваре гуляющих. И одна за другой. Сначала было 4, потом стало 8, потом сделала Мария. В общем, Инга, ты знаешь, это дело такое. Одна куколка не бывает. Потом они заполнили всю комнату у меня дома. И я с ними каждое утро здоровалась. И каждый раз находила что-то новое. Інна Черкесова впевнена, що жінки ще задовго до християнських часів знали про свою особливу жіночу силу і потужне космічне призначення. Тому і народжувалися вже тисячоліття тому особливі обереги. Еще издревле, если мы посмотрим даже культуру, я уже не говорю Древней Греции, а культуру, скажем, Месопотамии или Древнего Египта, там есть образ птицы с женской головой. Это образ души, вечной, живой души. Так эта птица потом в образе птицы Сирена, птицы Алконоса вошла в культуры всех индоарийских народов. И мне так нравится это. Это образ птица и женская головка, которая поет. Говорят, что если эти души поют в раю на вершине мирового древа, значит, космос находится в равновесии, и жизнь никогда не прервется. И вот почему-то так меня тронул этот образ, что я стала их рисовать, валять и делать вот такие формы. То есть это образ вечной поющей души. І Рада Вронська, і її мати Інна Черкесова працюють з дітьми, студентами. А, до речі, вони також прийшли привітати своїх вчителів. Наслідують їх знанням, вмінням, навичкам. А вони разом зі своїми подругами-майстринями щедро ними діляться. Мы сделали эксперимент, мы сделали синтез искусств, решили посмотреть, что же будет. Вот Олечки Дробышевой чудесная такая декоративная живопись и куклы, как она видит, какие образы. Но это чувствуется, это сразу урбанизация. Это горожанка до мозга костей. У Кушниренки Инны Владимировны, с которой я знаю, мы знаем друг друга уже очень-очень много лет, и я так ценю эту нашу дружбу с ней. И я помню, что под городской ее елкой стояли куклы, сделанные ее руками тоже. Несколько десятков лет это длилось. И вот ее восприятие мира, она действительно пошла от народных традиций, обычаев, праздников. Вот это традиционное. Ну а мотанку иначе, если это мотанка, значит это мотанка. По-другому как-то сделать очень сложно. Ну, в свои я вкладывала какую-то историю. Меня, вот я уже выступала и говорила, у меня как-то сердце чуть-чуть болит, что Женечка Евгения Петровна Бондаренко, с которой мы очень были дружны, которая очень много мне рассказывала о мифах, о Кинбурне. И снимала фильмы, и фильм обо мне снимала. И вот она ушла, и мы поздно узнали. Вот это меня так, знаете, до сих пор мне больно. И я решила посвятить ей коллекцию мазальниц на моему вихтыку «Все еще хочешь вырасти». И казак молодый, и молодый с молодой, и целый вирш. Вот я посвятила этих мазальниц «Сивый туман», образ, который родился именно в ее фантазии. Мне хотелось воплотить в куклах. Конечно, каждая из нас придерживается канона, традиции при создании этих форм. Мы их не шьем, мы их иголками, не булавками не протыкаем. Все привязывается, все наматывается. Но одежда украшается, конечно же, отдельно. Потому что очень хочется уже сделать просто такую вот красивую. И наш самый молодой участник – это Вронская Рада, которая со своими учениками в кружке придумали вот такую форму на масленицу. Офіційно старт виставці дав директор краєзнавчого музею Володимир Михайлов. Надалі планується цикл творчих зустрічей з авторками і майстер-класів по виготовленню оберегів.